Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хочу похвалиться, показать вам, как быстро у меня взошли все мои посеянные семена 23 февраля, которые у меня на подогреве, вот на этом, на кусочке теплого пола. Многие спрашивали, заметила ли я разницу, быстрее ли там. Конечно, быстрее, и меня очень удивило. Я вам вот только показала 25-26 буквально вот эти лотки. Свои семена на третий день все повыскакивали. Видите, они уже даже не петельки, а уже расправляются, семидольные листы. Я вот сегодня их только вынесла оттуда. Магазинные показались сегодня на пятый день. Но все равно петельки дружно вот по всему периметру этого лотка. Видно, что они проклевываются, вот эти белые точки. Это очень хороший срок в схожести. То есть 23-го я их посеяла. Вот эти ботяне, пудовик, вот которые по много рядов я сеяла, на третий день взошли. А магазинные, вот которые по одному рядочку, на пятый день. Так что вот этот кусочек теплого пола, он, конечно, стимулирует их, схожесть повышается. И везде написано, что если условия мы создаем идеальные, то всходы будут дружнее. Потому что когда холод, сильное семя, оно всходит в первую очередь, а слабенькое, оно задерживается, потом отстает в росте. И вот, возможно, этот теплый пол поможет сделать мне всходы более дружными, особенно вот эти магазинные, потому что там качество семян разное. Я сеяла и маленькие, и черненькие, в пачке очень мало семянок, поэтому некоторые не взошли бы, может быть, на холоде, но вот теплый пол их простимулировал, скорее всего, взойдут все. Все, вот этот ролик-коротышку я сняла только для того, чтобы показать, что действительно улучшение условий сразу сокращает вот этот наш срок ожидания. Перцы, правда, еще не вылезли, но томаты показали очень хороший результат. Подогрев вот кусочек этого теплого пола им помог. Правда, плохо, что мы не поставили терморегулятор. Мне приходится его включать на какое-то время, а потом отключать, потому что он нагревает чуть сильнее, чем следовало бы. Или нужно было бы делать прослойку толще. Но если вы будете себе устанавливать вот такой подогрев для посевов, для рассады, вы, конечно, сами там разберетесь. Первый день я ходила, трогала рукой каждый час, и я поняла, что оставлять на весь период, на все время с утра до вечера, это будет им сильно жарко. Так что мы подогреваемся периодами. Все, до свидания.